Привет, друзья! Сегодня у нас на разборе мощный инструмент – бензопила Hyundai X5320. Будем вместе разбираться, что она из себя представляет, от ее фишек и функций до плюсов и минусов. Обещаю, будет информативно и даже чуть-чуть весело. Так что усаживайтесь поудобнее, а ссылки на товар уже ждут вас в описании под видео. Поехали! Итак, друзья, начнем с внешнего вида этой бензопилы. Hyundai X5320 – это настоящий брутальный красавец, созданный для серьезных дел. Компактный и одновременно мощный, он вызывает уважение с первого взгляда. Корпус выполнен из качественного пластика с эргономичными элементами, что делает его не только удобным, но и долговечным. Весит эта пила всего 5,1 килограмма, не так уж и много для инструмента с такой мощью. Так что ваши руки не устанут даже при длительной работе. Обязательно загляни в описание под видео, там я оставил для тебя ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит тебе приобрести эту бензопилу по максимально выгодной цене. Теперь давайте перейдем к рассмотрению особенностей бензопилы Hyundai X5320. Эта пила явно создана для тех, кто не привык к компромиссам, ведь ее характеристики впечатляют. Максимальная скорость реза достигает 21,2 метра в секунду, что делает ее настоящим чемпионом в своем классе. С такими показателями вы сможете быстро и эффективно расправляться с любыми древесными заготовками, будь то толстое бревно или грубый материал на основе дерева. Максимальное количество оборотов составляет 11 тысяч оборотов в минуту, так что скучать вам точно не придется. Пила справится с задачей на раз-два. Шаг цепи у Hyundai X5320 составляет 8,25 мм, или 325 тысячных дюйма, а длина направляющей шины внушительные 50 см, что позволяет работать с крупными заготовками. И хотя пила предназначена для черновой резки, это не помешает вам получить ровные и аккуратные срезы. В выходной мощности 3,4 лошадиные силы, которая обеспечивается двигателем объемом 53 кубических сантиметра. Чувствуется вся сила и мощь этого инструмента. Мощность в 2,5 кВт – еще один весомый аргумент в ее пользу. Система облегченного старта – это приятный бонус, который делает работу с бензопилой Hyundai X5320 еще более комфортной. Забудьте о долгих попытках завести инструмент, здесь все продумано до мелочей. Не забывайте, что эта бензопила не предназначена для точной резки. Ее задача скорее в том, чтобы быстро и эффективно расправляться с крупными заготовками. Поэтому, если вам нужно просто и быстро разрезать древесину, этот инструмент станет вашим надежным помощником. А для тех, кто ценит каждую мелочь, напомню, ссылки на магазины и промокоды ждут вас в описании под видео. Я внимательно изучил отзывы владельцев бензопилы Hyundai X5320 и выделил основные ее плюсы и минусы. Давайте сначала разберем, что не всем пришлось по душе. Минусы. Слегка тяжеловато. Цепь плохая. Плюсы. Легкий старт. Пилит много и быстро. Шина 20 дюймов. Пилит на всю длину шины. Коленвал на двух игольчатых подшипниках. Японский карбюратор. Хромированное покрытие цилиндра и поршня. Натяг цепи сбоку. Вот и подошел наш обзор к концу. Не забывайте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением о бензопиле Hyundai X5320 в комментариях. Если вам понравилось видео и хочется видеть больше таких обзоров, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До скорых встреч, друзья, и удачных вам покупок!